В этом году в Ивановской области активизирована борьба с экстремизмом. В целях профилактики прокуратура проводит проверки библиотек на наличие запрещенной литературы. Такие меры приносят свои плоды. Нарушения были выявлены в Центральной универсальной библиотеке и в одной из библиотек Кинешмы. Литература, включенная в федеральный список экстремистских материалов, подлежит уничтожению. Не остались без внимания и факты распространения запрещенной информации через интернет. Провайдерам внесены представления об ограничении доступа к этим данным. По результатам проверки принимаются меры прокурорского реагирования, вносятся представления, также направляются исковые заявления в суд об ограничении доступа к сайтам, на которых распространяются экстремистские материалы. Данные проверки проводятся регулярно, так как борьба с экстремизмом – это одно из приоритетных направлений деятельности.